Здравствуйте, дорогие мои друзья! В 2000 году в честь празднования 55-летия Великой Победы была отчеканена серия из 7 двухрублевых монет, посвященных российским городам, имеющим звание «Город-герой». Тираж каждой монеты составил 10 миллионов штук, и они поступили в свободное обращение. Такие города-герои были, как отчеканены в 2000 году, двухрублевые: Ленинград, Сталинград, Москва, Новороссийск, Тула, Смоленск и Мурманск. Вот перед нами, к примеру, слева направо Сталинград, 2 рубля. Монета выполнена из медно-никелевого сплава. Вес ее 5,1 грамма. Диаметр 23 мм, нормативная толщина 1,8 мм. Тираж, я уже говорил, каждый такой двухрублевой монеты составлял 10 миллионов экземпляров. Мы видим, что на аверсе монеты указан ее номинал, крупная цифра 2, под цифрой 2 слово рубля, потом Банк России, год 2000. В правой стороне расположена стилизованная ветка растения. Достаточно интересная монета. И вот здесь видим такой знак Санкт-Петербургского монетного двора. Сейчас я вам покажу зубочисткой. Вот он. Переворачиваем и смотрим реверс монеты. Реверс монеты интереснее, чем ранее просмотренная сторона. Изображены солдаты в момент атаки. Вот этот солдат, который на ближайшем фоне держит гранату. В руках у него, в левой руке, так правильно сказать, автомат ППШ. На заднем плане находится силуэт разрушенных зданий, мы видим. Танк на фоне реки Волга. Также виден дымящийся город впереди, за Волгой, рекой. Вот он перед нами. Справа расположена медаль «Золотая звезда», а внизу полукругом слово «Сталинград». В честь 55-летия Победы была выпущена. Это указана монета. Следующая у нас — это монета «Город-герой Тула». Я не буду смотреть в противоположную сторону, потому что она, в принципе, идентична ранее рассмотренной монеты «Сталинград», а посмотрим, которая сейчас перед нами. На реверсе монеты именно изображен цех, на котором изготавливается пушка. Слева расположена медаль «Золотая звезда». Внизу Тула надпись. Посмотрите, человек сидит справа, взявшись за левое колесо. А человек стоит слева от нас и что-то здесь делает. Кран свисает, строительные леса, пол настил. Достаточно интересная монета. Вторая. Первая была «Сталинград». Сейчас мы посмотрели Тула и взглянем на Новороссийск. Внизу надпись «Новороссийск». Два солдата, по крайней мере, очень явно просматриваются, морских пехотинцев в момент атаки. Один держит винтовку, другой двумя руками знамя. Вот оно перед нами. И присутствует военный корабль на горизонте. Также слева расположена медаль «Золотая звезда». И внизу полукругом слово «Новороссийск». Еще раз подчеркну, что была выпущена серия из 7 монет, посвященная городам-героям. Это двухрублевые монеты. Они стоят недорого, в принципе, около 40 рублей, если вы будете их покупать, 30-40 рублей. У меня такой цели нету — собирать все серии посредством их покупки на каких-то специализированных сайтах по продаже монет. Это, то есть, те монеты, которые мне попались в свободном обращении. Но я уже таких двухрублевых монет в свободном именно обращении давно не встречал. Ладно, держим связь.